было необычно. Я, если честно, волновался, потому что это такой первый опыт съемки в телевизионном шоу, скажем так, да? Потому что все-таки живой концерт или там фестиваль — это, ну, определенная такая живая энергетика. Мы позавчера играли на фестивале, на котором было 5000 человек. И, естественно, там аудитория прям очень хорошо знакома с нашим творчеством. Там выходишь, там все орут. Здесь все-таки такая более камерная атмосфера, на тебя смотрят камеры. Было необычно, но это, я думаю, очень интересный и, главное, нужный опыт. Вот. И, соответственно, дальше больше, я думаю, потихонечку будем практиковать и данное направление своих активностей. Я как автор всех песен своего коллектива играю, помимо вот живых выступлений в электричестве, еще акустические концерты, именно вот с одной гитарой. Я думаю, мы сейчас с вами споем одну песенку на улице, да, чтобы разогреться всем, прогреть наши глоточки, ну и чтобы было как бы прям огнище огненное. Договорились? Да! Джинсы, рваные кеды, за каждым углом гопота и скинхеды. И первая ночь, 16 лет в отделении, зато мы узнали, кто мы на самом деле. Но когда я умру, проиграю свой раунд, меня закопайте в сырой андеграунд. Ни в ад, ни в рай, там закрыты все двери. Давай проверим, давай все же проверим. Евгений, главное, будьте здоровы. Вы мужчин приятный, вы нам нужны. Вот, поэтому долгих лет вам жизни, здоровья, бодрости, светлого разума. Вот, мы вас все очень любим, и передача тоже крутая.